Всем здравствуйте! Еще в начале июля дочь знаменитого певца Александра Серова в экстренном порядке выехала из дома отца. Причем на переезде Мишель Серовой настоял сам отец. Мишель тут же поспешила сообщить эту новость в личных блогах. Всего за 3 дня звездной наследнице вместе с детьми пришлось собрать все необходимые вещи и съехать из дома. На столь ускоренных сборах настоял сам Александр Николаевич. Мишель оставалось лишь исполнить внезапное пожелание родителя. Перевезли только 30%. 4 автобуса и 3 легковые машины. Зимние вещи нет смысла перевозить. Тем более пока непонятно, как долго мы тут пробудем, рассказывала дочь артиста. Некоторые поклонники сразу предположили, что в звездной семье произошел конфликт. Конечно, трудно представить, что родитель может просто так выгнать дочь и внуков за дверь. Даже в слова Мишеля о том, что все хорошо, мало кто мог поверить. И вот сегодня, чтобы избежать недопонимания и появления новых домыслов, отец и дочь решили вместе выйти на связь и прояснить ситуацию. Серова в очередной раз дала понять, что ее звездный папа просто решил после перенесенного коронавируса пожить самостоятельно. Мишель уверяет, что отношения в их семье не изменились. «Мы просто хотели развеять сомнения, что мы не общаемся, что мы в ссоре и кто-то кого-то выгонял. Все нормально, полный мир, дружба и все хорошо. Так что всем хорошего дня и хорошего настроения», – заявила дочь артиста. А ведь Мишель пришлось собираться в экстренном порядке. Всего за 3 дня она вместе с 2 детьми и мужем перебралась в другой дом. Большая часть вещей все еще осталась у отца, поэтому дочь будет радовать музыканта частыми визитами. Многочисленные поклонники Александра Николаевича наконец смогли вздохнуть спокойно. Многие из них тут же отреагировали на заявление звездной наследницы. Одни поздравили ее с тем, что все хорошо. Другие же обратили внимание на плохой внешний вид Серова. Артист, как известно, тяжело перенес коронавирус. Именно поэтому ему потребовалось длительное восстановление. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!